Кульминацией 44-дневной Второй Карабахской войны стала впечатляющая военная спецоперация. За месяц азербайджанской армии удалось осуществить, казалось бы, невозможное – прорваться в самое сердце Карабаха и оказаться на подступах к городу-крепости. Об этом говорится в сюжете 5-го украинского телеканала, посвященном спецоперации по освобождению города Шуша. Уже через несколько дней после победы Азербайджана военные эксперты из разных стран заявили, что шушинскую спецоперацию можно считать исключительной. Она должна войти в учебники по тактике военного дела. А армянские военные руководители и политики признали, именно потеря контроля над городом Шуша побудила Армению принять фактическую капитуляцию. Именно по этим скалам и этим тропам 7 месяцев назад поднимались азербайджанские спецназовцы в город Шуша. Первая группа бойцов, как альпинисты, поднималась в связке с боевыми товарищами. За несколько десятков метров до вершины пришлось вступать в бой. Были погибшие и раненые. Спецназовцы решили не разрывать связи. После этого армянские военные начали кричать, что на город наступают мертвые. После первой группы одна за другой начали подниматься другие. На улицах города вспыхнули ближние бои, практически в рукопашную. 8 ноября азербайджанские военные установили полный контроль над городом Шуша. Элитные подразделения спецназначения Азербайджан для этой операции готовил несколько лет. Воспроизводили подобные условия и тренировались. В 44-дневной войне погибло более 2500 военных. Среди погибших есть генералы и военные с высокими званиями. А это значит, что они вели в бой своих бойцов. Что думаете вы? Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте.